Вот и состоялся релиз обновления для Windows 10 под названием October 2018 Update. Многие сомневались, что это вообще произойдет 2 октября, даже я. Но тем не менее оно произошло. Если не ошибаюсь, в сборке даже не было ветки релиз превью, но при этом релиз состоялся. Поправьте, если это не так. Тем не менее, обновление уже доступно, и сегодня я расскажу, как официально обновиться до октябрьского обновления. Да, это очередной гайд по обновлению. Итак, первый и самый быстрый способ – это обновление через Windows Update. Значит, заходите в приложение «Параметры», «Обновление и безопасность», «Центр обновления Windows» и нажмите на кнопку «Проверка наличия обновлений». Если результат будет положительным, то будет уведомление о сборке 18.09, хотя система со временем его должна сама найти и поставить. Но бывает такое, что обновление банально не находится. Связано это, скорее всего, с тем, что сервера Microsoft в данный момент сильно загружены, поэтому обновление вам будет пока недоступно. Или какая-то внутренняя ошибка не позволяет вам обновиться. Тогда можно воспользоваться другими способами. Значит, зайдите на сайт Microsoft по данной ссылке. В текстовой версии она также будет прописана. И скачайте средства Update Assistant, нажав на кнопку «Обновить сейчас». После чего загрузится приложение Windows 10 Upgrade, которое и позволит обновиться до версии 18.09. Также можно на этом же сайте скачать утилиту Media Creation Tool, которая не только позволит обновиться до October 2018 Update, но и позволит получить официальный ISO-образ обновления и сразу же записать его на флешку, если выберете пункт меню «Создать установочный носитель». Все очень просто. Еще можно отметить обновление, используя программу Windows Insider, то есть чтобы обновиться, необходимо будет стать инсайдером, а потом выйти с этой программы. Способ неплохой, но для большинства он точно не востребован, тем более приложение выше решает все ваши проблемы. Ссылки на данные программы я оставлю в описании. В общем, удачного обновления!